Со стройки, что ты больше не уходила, ты здесь никто и ничто. Понятно, чтобы ломать систему. Не, подожди, понятно? Ты здесь никто и ничто, Саша, чтобы вот так вот со мной, Саша, обращаться. Саша, я еще раз повторяю. Я здесь много лет, я себе и ни разу не позволил. А что ты постоянно кичишься тем, что ты здесь много лет? Я себе ни разу не позволил уйти со стройки. Свободного места, со стройки. Я не позволяю себе этого делать. Ну хорошо, будем брать с тебя пример. Давным-давно пора брать с меня пример. Только в этом. Хорошо, еще раз повторяю. Я ушла. Еще раз повторяю. Еще что-то? А если Фова тебе сейчас с размаху ударил бы? Он бы не ударил меня с размаху, потому что это его девушка говорила, так не я. Откуда ты знаешь? Я его таким не называла, не считаю. Откуда ты знаешь? Ты разве экстрасенс? Ну откуда ты знаешь? Вот в голове. Его баба так называет. Называют его яхричем. Я процитировала ее. Ты не мне тут пытаешься внести другое. Не ори, я тебе говорю. Не ори. Не ори, я тебе сказал. Я тебе говорю, еще раз повторяю. Ты не имеешь права такие вещи говорить. А представь, я выйду сейчас на стройку. И ты меня когда-нибудь как бы вот так назвала бы. И стояла бы Катя Гужвинская. И сказала бы, что его я там... Его так девушка назвала. Еще раз повторяю. Я тебя в жизни так не назвала, еще раз повторяю. Назову. Еще раз тогда повторяю. Тогда пусть твоей девушке закрывают рот. Еще раз повторяю. И ты ходи это тогда Кате девушка. И говори, чтобы это она его вот так девушка. Не назвала. Это не их мне. Отношения. Ты не имеешь права говорить об этом. Нет, я как раз таки имею право, потому что я на проекте нахожусь. Для этого мы здесь ты и находимся, слышишь, чтобы это обсуждать. Ты меня не слышишь. Все, тему закрыли. Ты я меня тебе не все слышишь. Сказала. Я тебе все сказала, женщина. Саш, я сейчас все скажу. Ну все уже сказал, все. Ты что, не могу понять? Не в себе, что ли? Ты что разговариваешь так опять со мной? Мне больше это не интересно. Я тебе задаю вопрос. Ты что так разговариваешь мне со мной? Мне больше не интересно. Ты что так разговариваешь со мной, я тебе сказал? А? Женя, я невнятно сказала. Это я тебе, по-моему, невнятно ну, говорю на протяжении года. Тему. Ты мне все сказала. Я тебе еще раз повторяю. На протяжении года я тебе говорю. Не перебивать и не оскорблять мужчин. А я не оскорбляю. Ты сейчас перебила меня и оскорбила мужчин. Я ни в чем не ты что вообще, тупая, что ли? Ты я тебе задаю вопрос. Ты пошел ты со своими словами, тупая. Ты что, я понял? Ты иди слышишь? Куда я тебе еще раз повторяю. Стройку, еще раз стройки. Я повторяю. Ты ну так тоже не разговариваешь, я тебе тупая. Повторяю еще раз. Ты дебил. Я полгода нормально. Борюсь с одним и тем же. Ты меня не слышишь. Значит, я, Сашенька, буду бороться другими методами. И я тебе сейчас открываю секрет. И срал я на твои слезы и на хорошо. Твои мольбы. Поняла меня? Да. Поняла меня? Да. Ты...